Одни? Нет, есть с нами. А если можешь ко мне падать? У меня вот тут вот на метке по фундаме челик. Он взял тоннетами. Да. Лол! Я им фликал нас на 4. Я типа прицел даже не входил. Даешь? Еще один чувак. Не даст подождать. Ладно, смотрим. Вижу одного. На кого я? Тут. Я его пэгал в желтый. На кого еще тут? Второй. Со второго спускается. Вот тут поднимаются они на втором. Попробуй не дать уйти. На втором, где балкон? Прошел. Слушай, там... Можно метку? Что-то я не понимаю, что пройдя. Да вот тут, вот на метке на первом. Ага. И один хилится на углу, за балконом. Слышь, у меня справа. Один убежал. На мне только. На втором один. Нокнул его. На втором остался. Чел. Диман, у тебя там чел или че? На втором чел остался. А, нет, не в этом. Вот тут вот остался в пожарке. Оба без каски. Проходим туда. Ног. Да еще одну хрень. Хорошо. Ой, знаешь, сорян, прикиньте, я вас чуть не доел только что. У меня 5 спин, ну. Рукатку подогрел. Аптечки нужны? Да. Ноу. No. Я с берилом отыграю. А, ладно. Пятерка есть. Надо? Ваня, конечно, скинул. Где в зону ехать? Мне вилмак нужен. Блин. А я вкурить. Мне любая дымарка нужна, любая сарка. Там мини, там миник был. В трупе, вот где я доедал, создам метку. Рядом, где трешка? Вот здесь вот. Посмотри, вот тут на моей метке. Труп лежит. И в нем был мини. Ну тут еще мини есть. Шестерка нужна, КамАЗ? Нет. Шестерка.
Шестерка не нужна. Спасибо. Да, я напишу. Думаю, сейчас, пока было? Думать. Да. Нам надо по ролям разобраться. Да. Типа прямо какую-то роль было, такую создать, прям... чтобы типа доверенные прям лица были. И эти доверенные лица могли там типа перетаскивать, Ранга, например. Есть? Нет. Компенс лишний есть. Ранга. Компенс лишний есть. Нету машины у меня. На что компенс? Аир. А, я нашел уже компенс. Да, мне кажется, с припеду ранга машина найдет. Да, возьми машину, стоит на метке. Я возьму тогда. Давай я тебя заберу, а ранга заберет машину. Я тебя заберу и Настю, если не ошибаюсь, правильно ведь? Компенс-то нужен кому-то? Марку ничего не нашла. Минька была на метке, на желтой. Первая, да. Поехали, да, везде на метке. На желтой, на желтой. Нет. Компенс-то нужен? Да, Димон вроде занял его. Нет, он нашел. Настя, тебе нужен компенс? Тоже не надо. Да. Сейчас погоди вот. Все, ну delete нажмите все. Зачем? А. Я бы на лапы не достал где-то на вот здесь. Будем вставать. Угу. Ранга, ты куда хочешь заехать? Пока сюда. Лутано все. Лутано. Соска, привет. На зажим. На, забери этот. Спасибо. В этот заходишь. В настройки. Ну, типа, привязка клавиш. А у тебя что, берил? Давай. Берил, да. Вроде ранга сэмка хотел сыграть. Ой, с берилом хотел сыграть. Перехотел? А я его сперла. Угу. Миника есть. Так, я увел мужчину. Были пятерки где-то? Настройки заходишь, привязка клавиш. У меня 130, мне хватает. Вот увел мак тут есть. Я просто взял 640, я думаю, буду что-то фига зажимать. Где бой? Меняешь, о, короче. А, типа вот почему? Это. А им АДС тут правая стоит, а ты на АДС ставишь. На четвертую сверху. Где типа бой. Я могу дать компенсацию. Вот на четвертую ставишь на правую кнопку мышь. Че, вообще по глушаку? И в геймплее меняешь. Глушак у тебя типа какой? Здесь. Ну, прицеливание, короче, меняешь. Да. Не знаю, компенс правильно. Компенс надо или нет? Ну, понятно, точнее, объяснил или нет. Скорее всего, нет. Что не знаешь? Да, объясняю тут, как поставить, типа, прицеливание на удержание. Я вообще не понимаю, в чем разница удержания и что там, переключатель этот вроде. В смысле, не понимаешь? Я не понял разницу. Типа, ты удерживаешь правую кнопку мыши, и у тебя прицеливается через прицел. А отпускаешь, оно у тебя... Да-да-да. Выйти в прицел. А у тебя что, на зажим стоит? У меня стоит... Ну ты правую кнопку один раз нажимаешь, что у тебя происходит? Я в прицеле стою. А, нихера, так это же старая тема совсем. Это очень удобно. Так я так же играю. Да хз. Типа, зачем держать кнопку, когда в прицеле? Ты её случайно отпустишь и все. И чё? Зато я типа вот так вот могу быстрее делать в разы как? И распикивать и т.д. и т.п.
Почему? Потому, я, блин, 3 года играл, я знаю, о чем я говорю. Мне потом эту фишку рассказали, я переучился и понял, что это в разы круче. А у тебя основное оружие на каком статье стоит? На втором. Ладно. Это тоже переучился. Да. Нафига переучился, у меня вопрос. А, потому что со второго слота у тебя быстрее пушка достается, чем с первого. Нет, нафига переучиваться было нажимать на двойку. Я просто на настройках перебиндил. Да, типа на днёрку нажимаю. Перебиндивать, я нормально все переучился вообще. Я на днёрку нажимаю. Куда? Не что, на лабиндиту стоим? Я на гору пошёл. Нет, не на лабиндиту. Я предлагаю сюда встать. Вот сюда. Пешком, да, на ноге? Ну да. Как на ноге мне лень? Сиди в машине тогда, у тебя ты в зоне как раз. Или на дабл уезжаешь, что ли? Че? На плюсик нажми и беги. Мышкой-то крути. Вот он тебе проблема, что мне лень. Ну стой тогда там. Прицеливание быстрее, да. Я хоть кашнуться еще. Тридцать человек. Машина вниз спускается, а так Мирада, горячая. Куда-то вниз уехала. Передо мной. Вниз спускается. А, да, ты про нее имел в виду. Что она делает? Там сольник какой-то. А, их там много. Двое. Двоих только видел. Один тут встал, второй тут. Ай, больно. Так ты не хочешь левой куда-нибудь? Нет. Я же не туда на метку подойду и буду за тут закрывать. Один обходит. Один вот здесь бежит, опен. Опен, да кто-то с ДМРкой, убейте его. Выйди, Саур, слева он, на метке на желтой. Подожди. Да ты кого ты крутишь? Они уже не в кемпе вообще. Ранга, понимаешь, у него тиммейт сидит в кемпе и смотрит в мою сторону. Поэтому я не пикаю его. Вот тут на метке мои. Сзади. Там трое. Одного нахуй. В однушке? Мой движок. Я вниз спускаюсь. Лучше. Что, все? На моей метке. Справа, второй этаж. Эх, я пацаны кинул случайно. Тихо. Побил его. Тут есть этот, глушак до мэра, если надо. Заберу. Фенс скинул СССР. С СССРкой гоняешь? Да. Золотая игра катка. Где еще трупы, бля? Давай, давай. А, трупы не было. По щечку скинул. Куда он стреляет? Да вон с этой. А, окей.
Блин, на самом деле я бы сейчас миник забрал. Играю же, я с миник. Сверху у нас чек одна. Авик. Ну, к нему везет. Гадка, типа, еще бегут. Хороший миль. Поле, open. Дроп. Я прокачусь, наверное, сейчас за ним. Номера, да. Давай, потом зона пойдет. Давай, я это высовки им пока заеду, пока с вами. Чекай его просто. Под нас прокат. Mm-hmm. Я не поеду дропалтачек, наверное. Нормально туда. Я мог. Я пошел доп. А нет, он дальше кем-то. Сейчас я посмотрю, куда он падает. Да он фулл оп, он падает. Сам нахрен закроет, тачку разбомбят у вас и все. С этого к ним падает, стреляет еще. Не-не, никого не. Я выше тогда тут останусь. Настя, давай ко мне сюда. Закроем полностью тут. Так-то 14 лайф, 10 осталось. Ну, они где-то все спереди, скорее всего, сзади, может. Сольники какие-нибудь есть. Или у меня в кемпе. Как вариант. Если я нокать буду. Из меня можно тут спокойно закрывать. Передо мной чувак за пригорком. Там одного ног. Убил. Передо мной еще типа три типа. Одного нокнул. Все, они все с той стороны получаются. Тут передо мной еще двое. Ну это гений просто. Ко мне, по-моему, хоть заезжать. Нет, меня выйдет. Ты вообще никак, да? Мне стартно голову кидают просто. Сто девяносто левел. Подниматься не стоит. Где нашего бега? Тут пока останемся. Скимпов иду. Это не он тебе. В кем приехал сюда? Понял. Второй этаж, белка. Блин, ну так падает, я шу. Блин, ладно, не буду тащить. Нокнул вот здесь. Сейчас перебегать будут справа налево. Ой, слева направо. Вижу за камнем. Вот побежал один, сейчас будет спускаться. Где? Дал голову ему. Вижу. Побежал. Издалека не пойму, откуда он накидывает. Один левее там был с нашего. Не пригорком, да, находится? Да, вроде бы. В
кем спасился? У тебя с бетон... Ты поменял пушку или что? Ко мне, по-моему, едет. Да, я поменял пушку. Ко мне прямо едет. Да, мопед. Нет, мимо. Он на пригорок встает. Вот сюда. Вы меня сейчас можете сказать, будет ли он ко мне подбегать? Да, мы сейчас тоже на горы. Все, хорошо. Я это смотрю, стою кем. Я отдаю дроп. Ну все, остались один, три в четыре, походу. Вот тут он на метке ровно моей. Они что-то растянулись или что? Что-то я не понял вообще. Что за тактика у них? Один за этим. Неплохо. Ну, конечно, если мне в итоге просто крашнут. Ну, все может быть. Неплохо. Давай с кемпас играем, наверное. С моего, может, с кемпас играешь? Если доедем, дойдем до твоего. Что навряд ли. Вон там чел уже стоит в окон. Я... Нет. Тихо. Я заползу в сейф. Не надо. Тут подними просто. Ног одного. Хорошо. Подруга опять сидит за стеной. Блин, ко мне надо вам. Зайти будет просто идеально. Я фулл отхил делаю. Не получится никак там машину взять заехать. Вообще получится. Так возьмите, да, мы пожалуйста. Тут отдаем кемп. Ну, вообще посрать, как просто меня крашу, мне кажется, все. Они уже куда-то едут. Он сбил тиммейта. Ну что, лох получается. Давай пройдем просто так. Вась, пойдем. Они сейчас переезжают, собираются. Ты справа нокнул, нет? Да нет. Я смотрю его. Напихал ему, пробегай. Хилис. Они справа на гору встают. Вижу его. Жить. Вот это именно. Дал ему голову. Там двое. Все, чуваки, сейчас дропом фу. Закончится. Они больно дают. Да. Тут вас есть целый. Мне кажется, они направо фул закрутят сейчас. Они меня вдвоем смотрят, стоят. Влево. Я его тупо заспотать не могу. Капец. Каска еще есть. Саур, смотри, перебежка тут. Вижу, один перебегает.
Не много. Дурачок, что ли? Он по мне вопа не стал подставлять. Я без... Ладно, нашел первый. Тут вторая есть. Зона у нас, нормально играем. Ждем просто, отсиживаемся. Вот тут вторая есть справа в первой комнате. Через забор пройди, там. Нормально, пока так. Начался справа, меня смотрит уже. Тихо-тихо. Ног одного. Хорошо. Второй вот тут будет сейчас выбегать. У меня один на синей метке. Побежал. Нет, это тришные там все. Да. Пока ждем, просто они будут выходить. Еще один у них дроп упал. Вообще грац просто. Чуваки катают, найс. Кстати, если мы их закрываем, то вообще трэш. Вот тут один. Дал голову одному. Один спускается уже под нас. За деревяшкой первый, слева. Вот тут один. Метку дал. Хуя, хуяшки. Не взорвал. Он в доме сидит у нас. В подушке? Вот тут вот. Бля, да как, сука? Там просто выныривает нахуй. Не знаю, не могу его взорвать. Не вижу его. Возможно, он сидит за. Ко мне помедит. Если что, я закидаю их нахрен, у меня флешек куча. Сколько у тебя флешек? Это что-то кидает. Я прокидываю. Вижу его. За спот. Накалил. Я без каски. Накалил еще одно. Этот вот тут. Могу нахуй. Зона идет. Ко мне собираются. Меня закидывают уже. Один наверху точно еще. На. Охренеть! Подниму. Да-да-да, надо. Бегает. Хорош. Один где-то у нас тут. Один остался еще у меня. Я без хила. Он проходит к тебе. Даю флеш ему. А, нет. Лол, два. На втором у меня. Ну нет, нереально перестрелил вообще. Один. Хорош.